Наши дорогие женщины, барышни, сударыни, наши мамы, наши сестры, наши бабушки, наши подруги. Я от всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником и хочу пожелать, чтобы вас везде, в жизни, на работе, на улице, вас окружали только настоящие мужчины. И чтобы эти самые мужчины, озабоченные своими важными делами, чтобы они обязательно в суете своей серьезной жизни находили время для маленького знака внимания. Неважно, это смс-ка, сообщение в WhatsApp, маленький подарок, ласковое слово, но пусть эти самые мужчины каждый день согревают вас теплом своего сердца. Оно у них есть, конечно же, оно у них очень горячее, но просто мужчина, нам надо иногда поддерживать этот удивительный огонь любви в ваших сердцах. И пусть эти мужчины обязательно это делают. И еще хочу пожелать вам, чтобы вы каждое утро, проходя мимо зеркала, смотрелись в него и говорили: «Ой, какая я все-таки хорошенькая!» Даже если вы еще не причесались, не нанесли макияж, это не важно. Посмотрите к себе в глаза и убедитесь в том, что каждый из вас прекрасный, очаровательный, неповторимый. И самое главное, что каждый из вас заслуживает любви. И вы эту любовь обязательно встретите. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. И вы не сомневайтесь. С праздником всех!